эта художница, о которой мы говорим. На мой скромный взгляд, выдающегося уровня талант. Знаю, что Зинаида не продавала наркотики. Она просто жила не с тем человеком и не там, где надо. И у нее совсем нет людей, которые могли бы хоть как-то ей помочь. Никого. А по его вопросу как? Ну, никак. Совсем никак? Да совсем никак. Я сейчас пытаюсь принять участие в ее судьбе. Рассчитывать на оправдательный приговор не приходится. Статья и обстоятельства слишком тяжелые, но смягчить приговор еще можно. Надежда есть.